gün bu sabi girdi. Atakın hep kalıntı. Koçakın ilanlarca. Kuşunda ya kendine kap. Yavaşın kapan kırıl. Atan beni görmeyi. Al yakın kutlanda. Al kırmay zasınlanda. Karılgız için cayın. Görüyordum lan dolgunda. Geri дней не осталось гор. Горы рухнули ниже равнин, испарилась влага озер, иссушились реки долин. Много разных народов прошло, позабыты их имена. Много с тех пор воды утекло, очень давние те времена. Так столетиями монащи пели о Манасе. Время скрыло от нас имена певцов Илиады и Одиссей. Мы никогда не узнаем имен первых сказителей Манаса. Они не записаны на пергаменте, не высечены на камне. Мы знаем лишь несколько имен великих сказителей Манащи. И среди них Саякбай Каралаев. Атаңдың өрі қырғыз жұрт күне міне бұл өттір. Аңге мені құнасан алакен қайда кетті деп асылдан шығып тұл қойып қабылдан қырғыз сұраса. Сарана жүріп өтіруғанда кебезел бөген өтік. Кешілдің қан оғыңырмай, қатынан қара басқансып. Құғыны жақын қатқансып, мұна қар ішмесі бе қармап. Бұдының ұчойғылап, өзің көргін алғара. Тақтырбаса чочқаның айвалтаның сұртым мен. Мойын етке қойғылап, тартқын екен қоңырбай. Ұрышу ғудай ұр деме, ұңғысы болып көңнайза. Алла кімді ұғыр ұрта, қонтүрі күркір өте сұн деме. Қалшаны ғудай ұр деме, атаңның өрі береке. Қырчосын ғылдан ештірген, бүтін келін қырғызға. Қырымда тұп кестірген, қызды тала қашқын ет. Қалайманды салсын деп, қанаман аз құрдашын, емі менің қолымын ажыр отып алсын деп, атаңдың құрдырмүйе, мұны шонда қоңтүрі, жер жарын... Саякбай Каралаев – последний монащи из плеяды великих творцов устной поэзии. Мы называем его почтительно Саке. 600 тысяч поэтических строк эпоса хранит его память. На пересказ всего Манаса Саке не хватило бы и 6 месяцев непрерывного чтения. 600 тысяч строк. Это в 3 раза превышает объем индийской Махабхараты, а Илиаду и Одиссею в 16 раз. Будет долог этот рассказ, будет с озером сходен рассказ, будет наш полноводен рассказ, будет наш безбрежен рассказ, с бесконечным смежен рассказ. Барса келмесін жайды, көргені келген екемін. Түрлілікті жиған бер, өлдім тақсырлыйман деп, әлекім ошынды жандан түңілді. Қоңырбай айзан құрғанда, елінен арт кетіп. Не гений памяти рождает искусство монащи, а гений импровизации. Все сказители придерживаются общего сюжета эпоса. Но каждый развивает именно свою тему, сообразно эпохе, событиям, таланту. Кезінден қарап тұрсачы, кесілдің қанын бұтшошқа. Анан қосып тұрсачы, демілі. Шестнадцатый год. 20-летие и расцвет поэтического таланта юного Саякбая. Начало каралаевской темы. Киргизы 3 уездов сбунтовали. Разграблен военно-морской столичным десятком. Нарушена почтовая... 16-й год. Год трагедии киргизского народа. Освободительное движение киргизов против царского самодержавия и жестокая расправа карателей с восставшими. Ушу көрінді дүйін ой.
менен чубактын катарлаштык кени көрдө көзүнө жаман көрүндү. Ошондо тегереги тел турат да тегеректе бел турат элди карыныйлап талыйлайт караган жандым барыйлап кайгырып турганда. Ошондо манас көп уялың ак кулан оккон учурдум аш. Мен албан беш шейит кечирдим каканга кирип кайрылдым. Саке был свидетелем 16-го года, и потому в его глазах появляются слезы, когда он рассказывает о трагическом возвращении одинокого Манаса, оплакивающего погибших в походе друзей и воинов. «Плачь со мною навзрыд, Аяш, акула мой убит, Аяш, я последний бедняк, Аяш, пал в бою мой чубак, Аяш. Храбрый львенок затих, Аяш. Нет сыргаков живых, Аяш. Был грозою мой клич, Аяш. Но несчастье пришло, Аяш. И сломал я крыло, Аяш. И сломал я хребет, Аяш. Умер наш Алмамбет, Аяш. Не прошлое воскресает в седом монащи. Он отбрасывает в прошлое свою тень, свои желания, свои вопросы, свой порядок и свое смятение. В песнях Саке горечь трагических лет звучит рядом с ликующими строками о родине. Философское течение мыслей оттеняет поэтическая образность многих эпизодов. И тогда, говорит Манас, наступил мой последний час, а моих батыров ты, шесть погибших арстанов друзей, помяни их с любовью ты, о страдалица Кадыкей, к моему изголовью ты, шесть приставь священных мечей. Он привстал и в последний раз вспыхнул взор его и погас. Шесть ночей не всходила луна, Каныкей Манаса жена проливала слезы свои, вырывала косы свои. Что же около храбреца, нету сокола храбреца? В этот горький час Акшумкар, оборвав золотую нить, улетел, кружась, Акшумкар. Поздней осенью 17-го года, едва услышав о свержении с престола белого царя, истосковавшиеся по родной земле беженцы возвращались на родину, на озеро Исык-Куль. Среди них была и семья Каралаева. И подумал тогда Семетей, вот земля киргизских людей. Благодатная эта страна, оказалась прекрасной она. На равнины ее посмотри, на стремнины ее посмотри, на ее лебедей посмотри, на ее лошадей посмотри. Разве это не та земля, чью прославили красоту? Разве это не та земля, что влекла к себе сироту? Я скитальцем был в Бухаре, я изгнанником был до сих пор, но увидел я на заре перевалы родимых гор, и ликует моя душа вожделенным счастьем дыша. Братья киргизы, к вам обращается командующий 4-й туркестанской армией член в ЦИК Михайло Фрунзе. Братья, на земле происходят великие события. На древней земле киргизов
писалась новая история. Исаке принял в этом участие. Он был на фронтах гражданской войны, воевал с бандами атамана Аненкова, генерала Дукова. 5 лет он пробыл на фронте, пока не было покончено с басмачеством. А между суровыми буднями он пел бойцам о Манасе. Слушатели тех мятежных и революционных лет особенно остро воспринимали песню о Симитее, символ возрождения и единства киргизов. После смерти Манаса к власти приходят 6 ханов. Они надругаются над его могилой. Овдовевшая Каныкей с маленьким Симитеем на руках спасается бегством. 12 лет Симитей воспитывается у дяди, не зная своих истинных родителей. В день его совершеннолетия по обычаю устраиваются праздничные скачки, и Каныкей тайно решает пустить старого скакуна Манаса Тайтору. Если выйдет первым Тайтору, открою сыну, правду он узнает. А последним будет Тайтору, нет смысла жить. Так загадывает Каныкей. Она просит благословения у матери Манаса Чиирды. Пусть поможет тебе Каныкей, это ширь киргизских степей. Пусть помогут ее небеса, быстротечных рек голоса, наших снежных гор высота. Пусть поможет молитва Бата. Споря с ветром скакал Тайтору, голову низко склонял Тайтору, 40 аршинов брал Тайтору, огонь из земли высекал Тайтору. Симитей пораженный стоял, наблюдая бег Тайтору. Где упорство и силы брал этот старый скакун Тайтору? Дух Манаса его подгонял, дух Батыров его подгонял. Bugün manazım kavlan,
келгенде булалы, елгон богомунар каналдай булан эркек туп таштаган эсилеген шордуну. Ушу бүгүн бана судай кылалы. Деп ошо сенден бана. И вскричал тогда Симитей: «Манас! 60 подхватили друзей, Манас! Слышал скакун над собою, Манас! Слышал трубят над землею, Манас! Серпы бросали дыхкани, Манас! Гудело над ширью равнин, Манас! Клич подхватили табунщики гор, Манас! Клич ураганом наполнил простор, Манас!» Yeni Manas dirildi, Manas, 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 bana bakın. И прозрел тогда Симитей, имя отца узнал, великое имя Манас. И прозрел тогда Симитей, стал киргизом себя величать. Осенью, сейчас уже 70-летний Саке, всегда уезжает на родной Иссык-Куль. Его ждут родные и близкие. Его ждет самый старый и верный друг Беркут Карачолок. Аргамака в гриве живет, ветра мощь в порыве живет, в ветре мощь облаков живет, в ливнях сила ручьев живет, прошлое в песнях ныне живет, слава народа в Акыне живет. Мы называем его почтительно Саке.